Третье место награждается спортсмена Новгородской области Иванов Аркадий, Тарантеев Павел, тренеры Павлов Жукова. За второе место награждаются также спортсмены Новгородской области. Колясин Максим, Грачев Егор, тренер Якимов. За первое место награждаются победители из города Санкт-Петербурга. Суворов Иван, Воронов Иван. За третье место награждается спортсмен Воронежской области Дрындин Георгий. За первое место награждается Ипполитов Александр, Тверская область, тренер Артемьев. Награждение проводят Брендаков Александр Алексеевич, Волконский Алексей Викторович. За третье место награждаются спортсмены города Санкт-Петербурга. Оренков Александр, Михайлов Андрей. Тренеры Зотов, Фомченко, Лузянин, Ручкина. За второе место награждаются спортсмены города Коломны, Московская область. Самородный Илья, Колганов Павел. Тренеры Самородний Ситников. И золотыми медалями и памятными призами награждаются победители. Город Санкт-Петербург. Бакаев Валерий, Жамбовский Никита. Тренеры Зотов, Фомченко, Лузянин, Ручкина. За третье место награждается спортсменка Калужской области Отто София. За второе место награждается спортсменка Новгородской области Федорова Анна. И золотой медалью и специальным призом от «Динамо» награждается тверская спортсменка Кизлярова Полина. Это на самом деле начинается гонка после тысячи. Это дожить, дотерпеть эту тысячу. И еще последний финиш. И победительница Щелкунова.